первому смартфону на Android 10 лет. Первый гаджет с популярной сейчас операционной системой был оснащен 3-мегапиксельной камерой и был слайдером. Телефон HTC Dream, который является первым из поколения Android смартфонов, исполнилось 10 лет. Гаджет был представлен 23 сентября 2008 года. В Америке смартфон вышел под названием T-Mobile G1. В сети есть видео презентации тогда беспрецедентной новинки. HTC Dream работал на OS Android, имел конструкцию слайдера. Из-за отдельной клавиатуры агрегат имел 17 мм толщины, но при этом экран смартфона был сенсорным. T-Mobile G1 был оснащен единственным ядром в процессоре Qualcomm MSM7201A. Его тактовая частота составила 528 МГц. Смартфон имел 192 МБ оперативной памяти, а камера получила 3 мегапикселя. Карту больше 16 ГБ устройство поддерживать не могло. Одним из рекордов первого Android смартфона стал захват 6% всего рынка Соединенных Штатов. Накануне пользователю продали iPhone XS Max с дефектным экраном, стоимость которого составляет $1099. Также корреспондент писал о том, что разработчики нашли серьезную уязвимость в Windows. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта news.com.